the awkwardness, put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I... Ребята, всем доброе утро! Подарочки распакованы и идем отмечать... О, свет! Идем дальше отмечать день рождения! Я хочу этот календарь. Откуда? Давай распакуем его. Так вот, один календарь. Смотри, 12 украшений с сюрпризом. Торт готов! Смотрите, какой красивенький. Свечки вставили. Сейчас сделаем еще бутербродики с корочкой и начинаем отмечать и завтракать. Посмотрите, какие у нас бутерброд. У этого мне кофе. Нет, твой кофе для пшу. Это папин. И тортик. Happy birthday. Happy birthday. Ой, тортик подходит под салфетки. Mm-hmm. Прям под цвет одинаковые. Мы тут играем, в общем, в новую игру. Что это? Фейерверк, салют. Фейерверк, салют, да. Конфетти. Что это? Попрыгунчик. Что это такое? Каракули китайские. Каникулы. Комета. Кайчик. Кузнечик. Так, теперь я. Подарочки прибавляются и прибавляются у милашки. Сейчас зашла Данка, поздравила с Италиной. Посмотрите просто, сколько фломастеров. Миланка о них мечтала. Миланка, в общем, рисовала моими. Здесь 24 цвета, а здесь 120 цветов. Представляете? А еще смотрите, какая красота. С днем рождения, красотка. Да, и здесь от Данки именно подарочек, цепочка и кулончик здесь. Я думаю, Данка сама покупала. Да, я тоже так думаю. Вот такая вот красотень. А у меня видео не успело домонтироваться, поэтому берем ноутбук с собой. Нет, это не такой лох. Я небольшой лох. Короче, берем ноутбук с собой и по дороге буду выкладывать, потому что так не успевает ничего. Здесь даже есть белый. О, да, здесь даже есть белый нулевой. Зашли сейчас, короче, взять мне блок, зарядку. А здесь нет, только сторонние остались, то есть не фирменные. Ну, сейчас пойдем, папа говорит, была и не видел. Так что сейчас пойдем посмотрим. Мне вот этот не нравится. Изумрудный, да, но он более мужской такой цвет. Но красивый, да. Но они побольше сами по себе. Да. Ладно, все, идем дальше. Зашли сейчас в... Куда мы зашли? В Билайн. Наверное, нет. И здесь нет. Да, капец. Что, на Новый год всем айфоны подаришь? Нигде нет блока. Пока все бегают, прыгают на детской площадке, мы заняли вот такой вот стол большой с большими диванами. И накрываем стол. Разложили уже тарелки, заказали заказ. Соки, бургеры заказали, картошечку заказали, напитки, конечно же, заказали. Так что все ждем, сейчас будем отмечать. Так, первая порция подъехала, и сейчас ждем второй наш заказ. Заказали миринду, как она называется, картошка фри и бургеры. А точнее, здесь лонгеры. И еще заказали 5 бургеров, еще картошечку, наггетсы, соусы. Так что ждем. Так, ну а вот и вторая порция всего. Давай ты тарелки себе, а это сюда укладим. А я думала вообще с подноса убрать, прям на стол положить. Они много места занимают подносы. Хорошо, сейчас разберемся. Выбираем футболочку в подарок. И мы не знаем, какого цвета лучше взять. Черного или белого? Как вы считаете? Черную берем. Посмотри, она черная есть, только XS. А это S-ка.
Мне кажется, Эксос будет нормально. Но эско, если более... что, давай я померю. Но эско, она более свободная. Какие нравятся больше? Рассветка. Мне вот эти больше. Вообще кайфовые, те и те. Блин. Сейчас будем мерить. Какие вам нравятся больше? Я прям не могу определиться. Белые или вот эти вот, так вот, цвет хаки. А здесь два шнурка можно менять. Розовый, ну да, здесь шнурок. Видишь, розовый вот здесь, а типа да. И розовый подойдет. Можно на розовый шнурок, то есть как в комплект идет белый шнурок и розовый. Все, взяли подарочек. И я еще хочу вам видео зайти, найти, нужно мне зарядку. Нет, это не тебе. Здесь, смотрите, разные зоны, новая локация появилась в Меге Дыбенко. А мы идем сейчас в Амбидио. Мишка с елочкой. Капец, что это такое? Что это такое? Не понимала, куда все разобралось. Наконец-таки мы нашли зарядку для моего телефона, и это подарочек от бабушки Оли на Новый год. И сейчас еще... А зачем нам в Амбидио тогда? Милане посмотреть. А, телефон Милане посмотреть. Идем в Амбидио. Так, ну а мы продолжаем отмечать. Сделали салатик, мой любимый, еще оливьешку сделали. Сейчас жарится рыбка. Вот такой вот, смотрите, какой-то напиток, новинка, мандарин, черноголовка, еще не пробовали. Я думаю, будет похоже на фанту. Он побольше, у меня поменьше блок. Или как он правильно называется? Ой, вообще другой формы. Обожаю распаковочку всех этих новеньких вещей. Ну а на этом всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I...